Внимание! Юлия Дегарян, чемпионка Дальнего Востока в пожарной эстафете 2017 года. К нынешним соревнованиям начала готовиться еще в феврале и не прекращала тренировки вплоть до команды «Старт». Результатом стало третье место в преодолении 100-метровой полосы препятствий среди девушек на состязаниях по пожарно-спасательному спорту на первенство Приморского общества «Динамо». Соревнования прошли во Владивостоке и были приурочены к 95-летию спортивного общества. Атмосфера дружественная, потому что приехал Биробиджан, мы их знаем, давно знакомы с этими ребятами, бегали на многих соревнованиях. Вообще весь край мы знаем и хорошо все общаемся и дружим. Будущая сборная Приморского края. Пожарно-спасательный спорт в Приморье существует с 2000 года и продолжает набирать популярность. В 7 городах края организованы секции по этому спортивному направлению. За 18 лет существования Федерации пожарно-прикладного спорта через эти секции прошло около 1000 детей, будущих пожарных. Почти половина остается потом на работе в системе МЧС России. В 2015 году дети из Приморья стали чемпионами России в боевом развертывании. Раньше призеров у нас не было ни среди взрослых, ни среди детей на чемпионатах России никогда. И после этого каждый год у нас появляются призеры. Участники первенства соревновались в 4 видах дисциплин: преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, прохождении пожарной эстафеты, подъеме по штормовой лестнице в окно 2-го и 3-го этажа учебной башни и боевом развертывании. Первое место завоевала команда из Владивостока. Всех участников наградили памятными подарками и дипломами. Победителям вручили кубки, а самым юным спортсменам – сладости. Светлана Садовая, новости на 8-м.